Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Давайте сегодня попробуем разобрать интересный случай. Думаю, что он будет полезен как вам, так и мне по набору практического опыта. Значит, вот привезли такую батарейку. Это Атлант, наша толдыкурганская батарея. 16, батарея 16-го года. Так, 289 день, сколько, так, грубо говоря, 270, это 9, с математикой у меня туго. Так, 10 месяц, получается, да, 10 месяц, полибуксую в математике, но суть дела не, в любом случае, батарея 16-го года, поэтому... Говорить о том, что все с этой батареей будет хорошо, хоть она и выглядит неплохо, я не могу. Так, батарея стояла на газоне, газон эксплуатировался мало, и батарея очень долго простаивала. Человек, который привез эту батарею, они ее заряжали сами, пытались. И потом все-таки решили привезти ее ко мне. Так, ну давайте замерим еще раз показатели. Вот те же самые показатели, что я уже делал замер при клиенте. Ну, чуть-чуть встряхнул, чуть-чуть батарея отогрелась, и показатели немножко улучшились. Так, 47 по соху, батарея как бы полностью заряжена, 554 ампера пусковой ток и НРЦ 1276. Значит, НРЦ мне не совсем нравится, буду делать замер еще после того, как батарея прогреется, отстоится. Так, на батарейке у нас сейчас минус 4, минус 5 почти градусов. Но здесь характерная такая, как бы, изюминка. Вот, этот глазок, он светится белым цветом. Эти глазки кайнаровские, они при вот таком серебристом белом свете, это говорит о том, что батарея сухая. Поэтому сейчас будем сверлить. Замерять уровень, замерять плотность и попробуем эту батарейку обслужить. Обслуживать буду до того, как буду ставить на обогрев, на прогрев вернее. Прогрею батарейку и потом затем начнем с этой батарейкой работать. Вот очень плохо, что они сделали первичный заряд. Ну, попробуем найти к этой батарейке какой-то подход и постараемся слегка улучшить эти характеристики. Дело в том, что после вот этого первичного заряда вот эти параметры, они могут остаться за счет вот этого верхнего напряжения. И батарея дальше, она может даже и не раскрыться. Ну, давайте загадывать не будем, гадать. Это неблагородное, неблагодарное и неблагородное дело. Будем ориентироваться на результат. Так, приступаю к сверлению. Так, ну я вот засверлился. И явно видно, что батарея абсолютно сухая. Сейчас я попробую, не попробую, а сниму эндоскопом. Блин, камера не может передать. Ну, батарея сухая, вплоть до поверхности пластин. Сейчас я сделаю, произведу запись эндоскопом. Да, Шара? И эту запись ставлю в ролик. Значит, заливать сейчас я не буду.
Дам батареи все-таки отогреться. Заливать придется очень много. Я думаю, миллилитров по 80, возможно, даже и по 100 в каждую банку. И чтобы не было теплового удара на батарейке, все-таки минус 4. Сейчас я ее отогрею градусов до 10. Потом произведу доливку воды, водички. И после этого отогрею ее опять, чтобы по мере прогрева электролит, он начнет за счет диффузии, начнет потихонечку перемешиваться с водой. Так, ну что ж, подключаю эндоскоп и идем дальше. Итак, настраиваем зонд. Настраиваем. И поехали с первой баночки. Первая. Видим, абсолютно обсохшая. Вторая. Также абсолютно обсохшая. Третья. Сухая. Четвертая. Обсохшая абсолютно. Пятая. И шестая баночка. Абсолютно сухая у нас. Вот такие дела. Итак, батарея отогрелась. Ну, 12 градусов на батарее. И произвел доливку воды по 140 миллилитров. Больше, чем я ожидал. Электролит мутноватый. По 140 миллилитров в каждую банку. Здесь упирается как раз в перемычки. Ну, над перемычкой где-то 1 сантиметр. Это нормально. Засверлился неудачно. Да, кстати, насчет сверления. Сверлить нужно не в лабиринтной крышке, а напротив, где клеммы. И желательно вот как можно ближе к краю. Вот здесь я опять влетел со сверлением. Уже в который раз хочется, чтобы было немножко покрасивее. Но здесь вот как раз проходят перемычки. И трубочка встает как раз на перемычке. И получается, что мы мерим электролит над перемычками, а не над пластинами. Ну, ничего страшного как бы не произошло. Теперь ставлю батарейку опять на отстой. Не на отстой, а на прогрев. Нам нужно ее прогреть до 20 градусов. Как батарейка нагреется до 20 градусов, буду ставить ее на заряд. Снимем показатели и будем будем думать, что делать с этой батареей дальше. Итак, друзья, прежде чем ставить его на зарядку нашего Атланта, давайте сделаем замерчик. И затем начнем работать с этой батареей. Так вот, замер делаем для того, чтобы убедиться, какой результат принесла нам заливка воды и отогрев батареи. Батарею отогрел до 20 градусов. И вот, как видите, показатели, что были до заливки, 45%. По соху 541 ампер пусковой ток и NRC 1282, сопротивление 5.10. И сейчас показатели 65% по соху, 646 ампер пусковой ток,
12,84, на 2 деления, на 2 сотых увеличилась НРЦ, уменьшилось, значительно уменьшилось сопротивление, почти на единичку, и на 100 ампер увеличился пусковой ток, на 20% сох. Это вот результат пока только доливки. С батареей я еще не работал, пока только доливки и отогрева батареи. Не ленитесь, друзья, греть батареи, прежде чем ставить их на зарядку. Пока теплые сульфатики, они очень прекрасно откисают от пластин и растворяются. Так, ну, работать буду на китайце с этой батареей. По методу одного прогона здесь, друзья, метод этот не хочу использовать. Здесь этим методом не пахнет. Батарея, видавшая виды. Неизвестно, как она эксплуатировалась. Будем работать по классической схеме. Значит, делаем основной заряд на китайце. Так, вот он у нас включился. И выставляем зарядный ток. Так, у нас это сотая батарейка. Ну, давайте ампер 7 выставим. Потому как батарейка не новая. Вот так вот. Очень быстро подошло напряжение. Окончание заряда. И стремительно падает ток. Еще полчаса буду на работе, помониторю эту ситуацию, посмотрю, как эта батарея будет разгоняться до 14,8 вольт. Вернее, здесь у нас этот зарядник до 14,7 вытаскивает. Посмотрю, если что, не буду оставлять его даже на буфере, отключу и начну работать с этой батареей уже завтра. А пока стоп-машина. Итак, китаец закончил работу с нашим пенсионером. И не давая ему остыть, значит, напряжение 14,7, окончание заряда на стадии основного заряда, и зарядный ток упал до минимальных значений 0,1 ампер. Значит, что у нас здесь? Так, индикатор черный, это говорит о том, что плотность ниже 1,23. пока плотность мониторить не буду, лишний раз залазить туда рефрактометром — это длинная песня, надо разобраться еще с другими батарейками. Так, на тех парусах, на тех парах, вернее, которые остались после основного заряда, подключаем зарядное устройство, вымпел, и выставляем. Так, это у нас 100 ампер. И выставим, ух, вот НРЦ 13,7, и выставляем, давайте выставим ему 6 ампер для, нет, пятерочку, вот так вот, и включаем зарядное устройство. Так, и напряжение забыл показать, вот 17 вольт. Будем разгонять до напряжения окончания заряда. Вот. Погнали наших городских. Ух ты, как быстро. Ох, моментально. Вот что значит, батарейка стояла на парах.
Работаем, парни. Ну что, наш пенсионер без проблем набрал 16,5 вольт 5 амперами. И будем поглядывать на индикатор, как только он позеленеет, как только он созреет, начну с помощью рефрактометра вымерять плотность, которую нам и удастся, я надеюсь, что нам удастся выбить с этого нашего пенсионера. Продолжаем работку. Как видим, наш пенсионер очень легко догреб до 16,7 вольт. Заряд продолжается 4 часа. И плотность, вот сейчас я мерил рефрактометром, плотность у нас 1,25,5. Сейчас я отключу эту батарейку от заряда для того, чтобы батарейка доигрывала естественным образом. Дадим ей немножко передохнуть. Электролит, на удивление, не сильно мутный. Видно, что батарейка работала, но взвеси активной массы в электролите не присутствует. И батарея также, она холодная. Так, давайте замерим температурку. Ну, вот видно, что 25 градусов, 26. Но эта температура не критичная. Так. 26 градусов. Это вполне нормальная температура для заряда. Так, давайте отключим ее. Отключим крокодильчики, чтобы батарейка играла без нагрузки, доигрывала. Парочку часов дадим ей отстояться и сделаем замер плотности. И будем делать окончательные выводы. Стоит с ней дальше работать, продолжать работу. Или же на этом мы закончим. Но я думаю, что придется сделать еще один цикл. Предполагаю. Я не думаю, я предполагаю. Потому что знать и предугадывать поведение аккумуляторов, это, ребята, очень тяжелая наука. Не знаю, может, наука, может, что еще другое. Но говорить о том, что да, я точно знаю, что я уверен, что так оно и будет, не могу, не имею права, потому что может быть обман по поведению. В этом я уже, ну, наверное, не одну сотню раз в этом я ошибался. Ладненько, тормозим пока. Итак, друзья, батарейка отстоялась 16 часов. Давайте замерим плотность. Ну, вот так вот. Капелюшку на рефрактометр. Так, по поводу рефрактометра, подписчик задал вопрос, и он обратил внимание на то, что уровень на рефрактометре у меня кривой. Так, давайте глянем, что там с плотностью. Я еще не смотрел. Попытаемся поймать. Так. Плотность у нас 1,26. Да, действительно, уровень кривой, потому как вот этот герметик, который заводской,
где установлена вот эта призма, он начал пропускать электролит. И он, электролит попадал внутрь. Мне пришлось все это отковыривать, заводской герметик, вытаскивать эту призму. И призму я вклеил на двухкомпонентный клей. Но немножко не угадал с уровнем. И призма слегка наклонена. Но показатели я ориентируюсь на левую крайнюю часть. Отрегулировал я ее по воде. Вначале по дистиллированной воде. И контрольный замер я корректировал по заводскому электролиту, который продается. Это тюменский электролит, единственный электролит, который я приобретаю. Это электролит Тюменского аккумуляторного завода. Остальные электролиты я, конечно, обхожу стороной. Поэтому показания рефрактометра точные именно по левой стороне. Кроме электролита я больше им ничего не мерю. Ну, в принципе, поправочку можно тоже делать на небольшой наклон. Именно наклон этой призмы. Поэтому, так, что касаемо этой батарейки. Продолжаем работу. Делаем еще один дозаряд. Батарейка отстоялась. Так, НРЦ у нас 12,9. Также будем заряжать 5% до напряжения окончания заряда. Но здесь уже будем смотреть, либо вымпел нам сам подскажет, что заряд окончен, либо мы будем ориентироваться на разброс либо потоку, либо по напряжению, как либо напряжение начнет уменьшаться, либо посмотрим. Я постараюсь зафиксировать окончание работы с этой батареей. Вот такой важный момент. Как видим, батарея легко разогналась на 5%, то есть на 5 амперах, до напряжения 17 вольт. 17 вольт это очень много. Поэтому мы напряжение убираем до 16,5, 16,5, 16,6. И смотрим, что зарядный ток у нас также упал. И вот будем ждать окончания заряда. Давайте на 16,6. Батарейка старенькая, давайте 16,5 все-таки, а то 16,5, я думаю, будет достаточно. Так, вот так вот. 16,5, 16,5 вольт будет достаточно для окончательного смешивания. Как мы обратили внимание, что НРЦ у нас в этой батарее 12,9 на утро. То есть практически стратификации в этой батарее уже не осталось. Сделаем этот последний дозаряд. Плотность 1,26. Но если она вылезет в 1,27, в этом месте мы заряд останавливаем. И также останавливаем всю работу с этой батареей. Даем ей немножко отстояться. Заклеиваем вот эти отверстия. И делаем замеры и звоним клиенту, чтобы он приезжал и забирал эту свою батарейку. Как видим, прошло 1:34, и с момента начала нашего дозаряда, и вымпел нам подсказывает, что заряд окончен на напряжении 16,5 вольт, и ток, зарядный ток 2
ампера. Давайте отключим зарядное устройство и сделаем замер плотности. Так, пока поставлю на паузу. Итак, ну я уже посмотрел плотность 1,27, но давайте попробуем поймать ее оперный театр. Вот так вот. Ну, видно, что плотность 1,27. Плотность 1,27, поэтому мы заряд прекращаем, работу с этой батареей, работа с ней практически окончена. Сейчас заклею отверстие, клею термоклеем, дадим батарейке отстояться и сделаем пару часиков, сделаем контрольный тест, контрольный замер. Он, конечно, будет некорректный, но буду звонить клиенту, чтобы сегодня эту батарейку он уже забирал от меня, потому что позвонили, должны привезти большую партию совхоза, не знаю, привезут, не привезут, потому что у нас разыгрывается буран на улице. Вот. Вот такая погодка у нас. Вот так вот у нас метет. Если пробьются, то привезут. Если не пробьются, то значит привезут после бурана. Прошло 2 с лишним часа отстоя. Давайте сделаем замер. Вот это вот. Вот эти аккумуляторы мне надо сейчас обзванивать клиентам, чтобы ехали и забирали их. Сделаем замер и посмотрим, что у нас получилось. И получилось ли что-нибудь с этой батарейкой. С этой 6-летней батарейкой. Так. 800 ампер. Хотелось бы увидеть, но посмотрим, сколько мы увидим сейчас. 58% по соху. Батарея заряжена. NRC 1297. За 2 часа отстоя я думаю, что нормальная NRC. Электролит мы перемешали. Ну, за 6 лет работы этой батареи, конечно, там электролит с плотностью 1,27, что у нас получилось, это нормально. Так, 4,5 миллиома сопротивления. Так, ну вот таким образом проклеены отверстия. Клей очень хорошо прилипает к пластику, и эти заглушки, затычки, засовки, как их еще назвать, они прекрасно держатся. Даже после 2-3 лет мне привозили батареи, и в принципе с ними все отлично. Я имею в виду с этими такими пробочками. Как видим, там у нас светофор зеленый. Батарея готова к эксплуатации с остаточной емкостью. Батарея условно рабочая. Я владельцу сразу сказал, что на газон, конечно, эта батарейка не подойдет. Но у него есть еще мерин 2-литровый. И на мерин она воткнется великолепно. Я думаю, остаток этой зимы она отходит, а лето, а весну, лето и осень она отлетает. И уже на следующий год владелец будет думать, чесать репу, где, как заработать деньги на новую батарейку. На этом ролик наш закончен.
Всем хочу пожелать всего самого наилучшего, чтобы у вас все сбылось, что задумали. Идите к своей цели. Не переступайте через людей. И самое главное, чтобы омикрон обошел вас стороной. Не кашляйте. Берегите свои батарейки. Всем пока.